Сколько мы тут уже? Час? Да, вроде. Короче, тут хэм что-то неохота делать. Ну там он автоматически же, получается, люди успевают пробежать. Ну успевают, просто на хэме тяжеловато будет. Надо на рендже стоять. Хотим делать хэм, просто не запустим. Постоим в коридорчике чуть-чуть, почилим, да и все. Да, наверное. А, престов нет. А вот героический режим, он точно повышает шанс на осколок? Да. Да. Ну а хули нет тогда? Гоу, делаем. Делаем. Ну давай один трай попробуем. Запускай. Кто идет вот? Дерево пошло. Пошли, это третья, четвертая пати в туннель. Кроме Лингрена. Кроме Лингрена. Третья, четвертая. Короче, кто пошел, тот пошел, похуй. Будем на удачу. Все в центр встаньте. Кто остался на арене? Ясно. Пошли, блядь. Значит, не будем хэм делать. Понимаю. Сдулись, что ли, там? Ну да. Решили всех мобов зачем-то сагрить. А их сюда же выкинуло или нет? Не, не там валяются. В хэмке, по-моему, успела. Решили бросить вызов мне лично? Я сокрушу вас всех! Это невозможно! Дориум, не сомневайся! Твоих врагов ждет ледяная смерть! Инстанцию наберите. Не знаем, что такое дистанция, нахуй надо, да? 30 метров, парада, ТБМ. Они, блядь, все со спиной встали и стоят там, блядь, по ним скочат. Молния, блядь, остальных добивает. Пошла.
Ой. Ладно. Раз вам это не интересно. Че, вы это без Бэйла били, что ли? Да не, мы просто мозги забыли, блять, дома на полочке и били так. Все равно не получилось. А, у нас трое же упало, не у нас вроде весь рейд лежит. Ладно, идите, занимайтесь своими делами. Это инст обрыганный очень. И насколько выбили. Хватит на этом. Ура.